Всем привет! С вами совместный проект городского телеканала ЮТВ и геометрии.ру «Культурная среда». И сегодня, в последнем выпуске этого года, мы находимся вот в таких нестандартных плоскостях. Мне иногда говорят: «Саша, девочка или где?» Вот сегодня я нахожусь в строящемся баре кальянной Long Way. Они еще не открылись, а я уже заранее чую, интересный модный проект намечается. Я думаю, сами на себе проверите в начале грядущего года. В этом году открыл для себя очень своеобразного музыкального исполнителя. Его MC Никс зовут. Я думаю, вы тоже с ним знакомы. Его клип «Текила» буквально взорвал мой мозг. Пару месяцев назад он приходил к нам в гости, давал полноценное интервью, а сейчас, в канун Нового года, у меня есть чем вас порадовать. Вчера ходили на студию звукозаписи Ghana Records и записали новогодний трек «Поздравления» от Андрея Шкалабердова. Специально для вас. Запись сведения Никиты Кондратенко, слова Андрей Шкалабердов, а видео я. Приятного просмотра. Последние минуты ждать Новый год. Новый год настанет, а ты давай загадывай желание. О нашем счастье унывай, ты ни за что. Ведь все еще век будет у тебя все, чего давно так долго ждешь. И Новый год настанет. А Новый год снова мчится, чтобы у нас, чтобы все случилось. Человек – один из ответственных за концертную программу у нас в Оренбурге. Саша Человек, по паспорту Рыжков. Подводя итоги 2015-го, можно с уверенностью сказать, что Limp Bizkit – это прям концерт года был. А далее смотрите «Саша Человек» о золотых трусах и странных райдерах. Ну, концерт года, безусловно, это концерт группы Limp Bizkit. За несколько часов до выхода на сцену ко мне подходит девочка, ну, которая занималась тоже там, ну, команда, которая приехала с ними. Нам нужны золотые трусы, короче, обтягивающие, типа из секс-шопа, золотые трусы. Ну, я отправил помощников своих. Где нашли эти золотые трусы? Не нашли золотые трусы, все секс-шопы объехали, ни одних золотых трусов, только серебряные. Пока они ездят, мне долбят на телефон, типа, где, типа, нужно сейчас. Я говорю, они ездят. Ну, то есть, это постоянно. У тебя еще все происходит вот это вокруг. Все тебе долбят на телефон, в рацию. То, в общем, еще происходит полный вообще, не буду говорить это слово. И еще на тебя падают эти золотые трусы. Ну, она уже говорит, пофиг, давай желтые какие-нибудь. Они едут в Армаду, обходят все магазины, нету желтых трусов. Покупают, в общем, белые, берут золотой баллон и красят их. Получаются очень крутые золотые трусы. Мальчишки-граффитишки, ребята, которые граффити рисуют, в этом году очень много в переходах и на стенах города сделали. Вот один из них, Дима Пок, забежал недавно ко мне на интервью. Ну, это я его позвала. Правда, вот когда я с ним разговаривала, фокус забыла поправить. Где третий? Давай, короче, зовем. Какой третий? Санек уже машину стоит, прогревает. На самом деле он просто скрывается. Все там, давай, вы оказали, позвонили, вас было трое. Все, ну-ка, пойдемте, не пойдемте. Лишние ненужные вопросы. Ничего. Да, ну и ничего, как бы там, ну, типа, первое-последнее предупреждение, пацаны, не занимайтесь этой херней, там, туда-сюда, сесть можете. Ну, прям я точно не могу сказать, но было вообще очень много сделано, ну, именно работ как коммерческих, так и некоммерческих. То есть переходы почти все. Не сделаны только те, где, ну, как бы стоят камеры. То есть, ну, это штуки три, на которых только мы не были. Сегодня 30 декабря, я как обещала, сегодня скажу имя победителя в розыгрыше от сервисного центра Macintosh, того самого счастливчика, который будет носить часики электронные от Apple. Но вы сначала посмотрите, как выбирали, я потому что ваши работы все распечатала и главному судье унесла. Первый пошел. Ну да, ничего особенного. Простой. А слоганы? Я, пожалуйста.
Вот это вот ништяк, прям мне очень нравится. Прикольно. Вот этот лучше всех. Мне вот этот. Что он делает? В общем, Юра мне сегодня позвонил и сказал, что буква М с гаечным ключом и яблоком круче всего. Нарисовал этот лагач некий Виктор Арес. Или Арес. Не знаю, как правильно, прости. Так что, Витя, напиши мне в личку свой номер телефона. Встретиться надо. Радуйтесь, любите детей и родителей, снимайте ограничители и предохранители. Да, все будет, дружок, чаек и пирожок. Жизнь как день, не грусти под вечерок. Хочешь оливье, хочешь оливье, уже хочешь оливье, ты же хочешь оливье. Хочешь оливье, хочешь оливье, ты же хочешь оливье, уже хочешь оливье. Я вот хочу оливье, поэтому ничего вам больше не скажу. Пойду лучше колбаску и огурчики резать. Хорошо вам встретить Новый год, чтобы также его провести. Увидимся на следующей неделе. Всем пока!